Первоуральске будут ловить должников. Полицейские выйдут в рейд, чтобы выявить тех, кто злостно уклоняется от уплаты административных штрафов. Информацию о задолженностях можно узнать по телефонам. Контрольные группы проверили соблюдение ограничительных мер в ресторанах и кафе Свердловской области. Выяснилось, что в 17% заведений не проверяют QR-коды, в 13% персонал нарушает масочный режим. Около 5% организаций работают после 23:00. Остальные работают по всем правилам. Первоуралец стал серебряным призером первенства Европы по кикбоксингу. Всего в турнире принимали участие 1425 атлетов из 39 стран. В общекомандном зачете Россия заняла первое место. В составе сборной был и первоуралец Алексей Бобров. В личном зачете он стал серебряным призером. Международный день борьбы с анорексией отмечается сегодня. Инициаторы праздника призывают разумно относиться к ограничениям в еде и не доводить свой организм до истощения.